Профессия экскурсовода престижна, сложна и многогранна. Видимая легкость работы на самом деле дается многолетней практикой и постоянным обучением, чтобы дорасти до настоящего профессионала. Более 12 лет Елена Машонина изучает особенности этой профессии. Несколько раз проходила занятия, курсы, повышала квалификацию и постоянно работает над собой в профессии. Любимая экскурсия Елены – водопады, одна из самых сложных и ответственных. Именно там проявляются все организаторские способности, а для экскурсовода это самая главная черта. Меня очень радует, что администрация города Анапы заботится о своих экскурсоводах, о своих кадрах и устраивает мероприятия, которые помогают нам улучшить свои знания. Мне очень нравится эта работа, я эмоционально выкладываюсь, мне очень нравится работать с людьми. Это очень эмоционально, подпитывает тебя изнутри, ты даешь энергетику своим туристам, и, соответственно, туристы тебе дают эту энергетику. И поэтому это уже для меня не работа, а образ жизни. Я специализируюсь уже несколько лет по водопадам. Это достаточно сложная экскурсия, когда ты берешь группу от 30 до 70 человек, и ты на целый день уходишь в лес. Два дня на усвоение пройденного материала. Первый день – лекции, тренинги. Приглашают психологов и стресс-менеджеров. Экскурсоводы учатся управлять своими эмоциями в стрессовых ситуациях, организовывать группы и увлекать туристов историями. Второй день – учебная экскурсия в черкесский аул. Он должен любить людей. Это первое качество, которым должен обладать экскурсовод. Он должен быть очень коммуникабельным. У него должны быть определенные знания, как теоретические, так и практические, специфика профессиональной деятельности. Но во главу угла мы всегда говорим, что экскурсовод, он знает, что он несет людям праздник, радость, он является лицом того города, который представляет. И, конечно, он должен уметь общаться с людьми, с разными категориями и с разным контингентом. Экскурсоводы из Темрюка, Геленджика, Анапы, Новороссийска и Краснодара получили сертификаты о прохождении курсов повышения квалификации. Такие семинары стали традиционными и проводятся для профессионалов по всему Краснодарскому краю. Участники этого семинара поблагодарили организаторов и специалистов центра «Сибур-Юг» за возможность пройти обучение в комфортных условиях, предоставленных в центре.